Привет, друзья! С вами Татьяна. Мы пойдем с вами в Зару. Посмотрим новую осеннюю коллекцию. Зара нас встречает сине-голубой гаммой. Вот смотрите, вот эти свитерочки с таким украшением на рукаве стоят 1200 гривен, 40 евро. Трикотажный костюм вверх стоит 1200 гривен, 40 евро. А низ вот такие трикотажные брючки 1300 гривен, 43 евро. Люрекс 1300 гривен. Вверх есть еще такая юбка 1300 гривен. Она длинная. Видите, вот как она вместе все смотрится. Лаконичный верх. Юбочка с пуговичками, обтянутым этим же материалом. Это прозрачная прелесть. Стоит 900 гривен. 30 евро. Девчонки, я говорю из расчета, что 1 евро равен 30 гривен. Так что имейте в виду, у нас иногда евро бывает 29 гривен. Так что, ну, приблизительно для удобства. Видите, такая интересная прозрачная вещь. 1000 гривен, 33 евро. И сразу на карнавал в Бразилии. 900 гривен, 30 евро. Вот такие еще летние босоножки продаются. Юбка, цветочек 1800 гривен, 60 евро. 1200 гривен, 40 евро. Тоже очень прозрачная вещь. На вечеринку, клуб, на Новый год. Вот такое платье, видите, длинный рукав на одно плечо, 1300 гривен, 43 евро, полностью блестящее. И это 1300 гривен, здесь присобрано. 1300 гривен, вот такая блуза на запах, здесь пояс вытягивается. Такой вот цветочный рисунок. Джинсы на высокой талии 1800 гривен, 60 евро. Тоже 1800, вот такие джинсы, внизу резинка. Я не знаю, какая-то интересная модель или нет. Я не люблю с резинкой внизу. 800 гривен, совместная ткань и трикотаж. Вот вверх трикотаж, а здесь внизу ткань. 1800 гривен, 60 евро. Вот такое черное платье, кружево. Где-то я слышала, что кружево уже не модно, но видите, продаются. Байеры привезли в Украину и такое платьице. 1800 гривен, платье в цветочек. Ну, вы поняли, платье в Заре по 1800 гривен новой коллекции. Такое вот присборенное оно. По черную куртку косуху, возможно, такое платьице и будет хорошо смотреться. Юбка, мелкий цветочек, тоже 1800 гривен. 700 гривен, 23 евро. Вот такая футболочка. И смотрите, какие здесь рукава. Они присборенные, широкие. 1300 гривен, прозрачная блуза, блестящая ткань, естественно, это синтетика. 1800 гривен, очень коротенькое платье на запах, здесь пояс на одной кнопочке и такой отложной воротничок. 700 гривен, 23 евро, вот такая футболка, плюшки на рукавах. 1300 гривен, 43 евро. Вот такая короткая юбочка, блестящая, серебро. 1300 гривен, вот такое коротенькое платьице.
рюшики внизу, рюшики возле горловины. 1800 гривен, джинсовая куртка цвета хаки, либо оливковая, кому как больше нравится. Видите, такая она необычная. 1300 гривен. Вот смотрите, такие здесь тоже прозрачные рукава. А здесь плотная ткань. 1800 гривен. Длинное вискозное платье пуговицы до самого низу. Пуговички очень и очень маленькие, еле-еле заметные на таком цветастом фоне. 1300 гривен, 43 евро. Вот такой оверсайз свитер. Он короткий, но свободный. Вот такие рукава. $1300 гривен. Вот такие легенькие брючки. Здесь резинка внизу. Такой тоже приятный осенний цвет. Но они очень-очень легкие. Можно и летом носить, и ранней осенью. Так что, кто любит такую модель, можете примерить. $1200 гривен блузочка. Вот это платье. $1300 гривен. Очень коротенькая. Вот так вот ткань вся, как плиссе. Везде-везде плиссе. А легкая, ну это полиэстер тоже. 1800 гривен, оверсайз куртки с капюшоном, 60 евро. 1300 гривен, юбка в легкую складку. Разрезы здесь, вот, смотрите, с одной и с другой стороны. Такая здесь складочка. 1300 гривен. Рубашка сложного тона. Здесь вот такая завязочка. Такой серо-коричневый цвет. Очень базовая вещь, если по цвету брать. Вот 1800 гривен. И куртка. И вот такое длинное цветастое платье. Смотрите, на куртке вот такая отделка. Цветочек на платье. 3000 гривен, 100 евро. Пиджак под Шанель. Такой твид двухцветный. 1300 гривен. Вот такое платье, рубашка. Оверсайз, широкая. Рукава здесь такие, видите. 1300 гривен. Вот такая укороченная рубашка. Рукавички обтянуты тканью. Девочки, вы же заметили тенденцию, когда у нас остается оверсайз, но он делается немножко короче. Такие куртки оверсайз, но короткие, модные. И вот рубашка. Вот короткую куртку, такая вот короткая рубашка, чтобы все гармонично смотрелось. Джинсы в Заре 1800 гривен. В новой коллекции, но со старыми дырами. 1800 гривен. Вот такая вязаная вещь. Девочки, кто умеет вязать, берите крючок и вяжите. Либо бабушки помогут. Смотрите, типичная бабушкина кофточка. Только с оригинальным рисунком. Вот еще такие рубашечки с принтом. Видите, они прозрачные. Это тоже была прозрачная. Смотрите, как просвечивается моя рука. 1800. Вот такое длинное-длинное платье. Это вискоза. Те же. 1800 гривен. Оверсайз платье. Очень-очень широкое. Цвета хаки. С длинным рукавом. Как видите, пуговички здесь. Вот такие слегка блестящие. И внизу разрезы. Вот такое платье. Ни к чему не обязывающее особо. Кушай сколько хочу. Животика не будет видно. Кардиган. Лопок вискоза. Очень длинный. 1300 гривен. 43 евро. 4000 гривен. 133 евро. Вот такой плащ длинный. Я ее взяла в руки, она очень тяжелый. Вот такая тоже свободная модель. 3000 гривен жакет, 100 евро. И 1860
евро. Вот такие вот брюки. Можно составить такой топ-лук бежевый. 1800 гривен. Широкое, легкое платье. Вот такое. Теперь приятный. Костюм клетку. Жакет 2800. 1800. Вот такие брючки. Прямые. Видите, какая здесь клеточка. Серо-бежевая. Или коричневатая слегка. 1800 гривен. 61. Вот такое совершенно летнее платье. Очень-очень легкое. Такая вот вискоза. Ой, девочки, извините, 100% хлопок. Так что замечательная, тончайшая вещь. 1800 гривен, вот такое яркое платье. Юбка слегка расширяется внизу. 1300 гривен, 43 евро, длинное платье с таким кружевом. Жакет из натуральной ткани, 2800. 93 евро. И под ним футболочка, похожая на то, что я показываю. Здесь вот ткань внизу, а здесь трикотаж. Вот так в том месте оно хорошо смотрится. Природная тона. 700 гривен, 23 евро. 1300 гривен. Вот такие брюки широкие. И вот такая блуза вязаная. 1800 гривен. Вот такое вискозное длинное платьице. Такой здесь принт. Очень приятное легкое платье. И длинная юбка тоже 1300 гривен. Смотрите, какой принт. На очень высокую девушку. 1800 гривен. Вот прозрачная прелесть. Очень красивый такой королевский цвет. 1300 гривен. Совершенно белая вещь. Завязочка. Вот такая лаконичная. Мне нравятся такие вещи. Со светлыми брюками. Замечательно смотрится. Джинсы скини по 1300 гривен. В Заре. 700 гривен. Такая, вот, смотрите. Здесь Микки Маус. Девочка и мальчик. Вот такой лук можно составить на основе товаров этого магазина. Вот такие жакеты тоже продаются. Рукава немножко присобраны. Стоит 2800 гривен. Очень много украшений. Ободочки здесь вот по 800 гривен продаются. 1300 гривен. Вот такая блузочка. Вот как это смотрится в луке с кожаными брюками. Очень симпатично, лаконичная красно-черная тема. И смотрите, еще вот такие луки продаются. 1200 гривен джинсовое платье. 1300 гривен. 43 евро. Горчичный цвет. Еще вот такое 1800 гривен, 60 евро платье, вискоза, очень-очень легкое. 700 гривен, смешная футболка. Вот еще по 1800 гривен вот такие курточки с бахромой. Это полиэстер. Вот так это смотрится. Оверсайз куртка. Такая лаконичная куртка тоже стоит 1800 гривен. Ну, еще смотрите, какие рубашки, блузы. И вот еще такие платья, тоже очень длинное платье из синтетики. И без рукавов. 1300 гривен вельветовая курточка. 1800 длинная джинсовая. Есть еще короткие джинсовые куртки. 1300 гривен. Смотрите, какая интересная, необычная курточка. Здесь вот такие большие накладные карманы.
Вот такая обычная, 1200 гривен. Тоже коротенькая. Плащ 376 евро. Но ткань какая-то не впечатляет. 1200 гривен. Гороховая симпатяшка. Еще продаются укороченные топы, разные футболочки такие и розовые длинные куртки, похожи на плащ. 1800 гривен. Мне вот понравилась вот эта курточка, стоит 1300 гривен. Смотрите, она такая голубенькая, очень качественно пошита. Как вам? Напишите, что вам понравилось, Дарья. 800 гривен, 26 евро. 1800 гривен. Смотрите, какие джинсы. До сих пор продаются джинсы с огромными дырами. 900 гривен, 30 евро. Такое впечатление, что это летняя коллекция. Хотя, конечно, осень бывает разная. И евро-осень очень бывает жаркая. Кому нужна оверсайз футболка, вот смотрите, очень-очень длинная, 700 гривен, 1300 гривен, гетеровые бомберы, смотрите, вот такой фисташково-хаки цвет, и есть синие, 1800 гривен, такое платье на одно плечо. Более строгие такие вот рубашки в офис. 1000 гривен, 33 евро. Смотрите, какие черные казаки сапоги. 1800 гривен, платье с кружевом. 1800, вот такой яркий комбинезон с розами. 1300 гривен. Вот такая юбочка. И вот видите, здесь зеленая тема бара. Кто любит зеленый цвет, можете прийти, примерить. Вот такая 1200 гривен. Прозрачная ткань. 1800 гривен. 600 евро. Вот такой зеленый жилет. Отличная тема, 1300 гривен, такой жакетик, видите, он уже слегка приталенный, и такого же плана брючки, 900 гривен, 30 евро. Брючки похожи на 7/8 и маленькие разрезики внизу. Вот так это вместе смотрится. 1200 гривен, 40 евро, вот такая вещь с птицами, завязочки. Сочетается хорошо с этим жакетом, что я вам только что показывала. 1800 гривен, 60 евро. Анималистичный принт. Никуда не уходит. Вот такая юбка. Смотрите, какая широченная она. На пуговицах до самого низа. А здесь вот, друзья, красно-черная тема. Кого интересует, можете посмотреть, примерить. Видите, такие тоже блузы, цветочек. Вот, тоже красные юбочки. А, это шортики. 1200 гривен стоят шортики. И вот такая блуза. Свободная. 2300 гривен черный пиджак. Смотрите, такие блузы тоже красные продаются. 1200 гривен, такая плотная ткань, похожая как на жакет. И вот еще такие платья, тоже 1800 гривен. 1300 гривен красные брюки. 1300 гривен красное платье. Платье синтетика. 1200 гривен, 40 евро. Вот такой полупрозрачный бомбер.
красного цвета, очень-очень яркий. Видите, он такой просвечивающийся тоже. И смотрите, вот есть еще красный жилет, и такой же, как я вам показывала. Ну, в общем, вы поняли, девочки, какие цены в Заре, какой ассортимент. Вот такая вот интересная блуза. Очень благородный здесь цветочный рисунок в сочетании с таким лаконичным жакетом. Хорошо смотрится. 1200 гривен. И рукав здесь можно завязать, либо так поставить. 1200 гривен, 100% вискоза. Здесь такой же ткань есть, платьица оверсайз. И смотрите, какие пиджаки тоже есть. Красивый такой синий. И в клеточку. 1800 жакет, 1200 брюки. 1200 гривен, вот такая блуза. 700 гривен, вот такая интересная футболочка с пайеточками. Собачка там. Ну вот, друзья, такая у нас одежда в Заре. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. Комментируйте, расскажите мне, что вам понравилось в этой коллекции. Будьте здоровы, мои друзья. С вами Татьяна. Пока-пока.